Самое главное, в любых сложных ситуациях никогда нельзя падать духом. Человек, который умеет сохранять бодрость духа, всегда найдет выход из любой напасти. Всегда. В каждой ситуации оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Если вы оказались на улице во время штормовой погоды, первое, что нужно сделать – это перестать волноваться и успокоиться. После этого осмотритесь вокруг и найдите безопасное укрытие, чтобы переждать непогоду. Избегайте открытых местностей. Молния, как правило, бьет в самую высокую точку, и человек, находящийся в поле, будет являться той самой точкой. Не прячьтесь в стоге сена. Если поблизости не будет укрытия, спрячьтесь в любом возможном углублении, канаве, ложбине или самом низком месте поля. Сядьте на корточки и прижмите голову. Не спешите покидать безопасное место, пока не пройдет 20-30 минут после удара последней молнии. Во время грозы уходите от водоема, не купайтесь и не ловите рыбу. При попадании молнии в воду удар распространяется в радиусе 100 метров. Нередко молния бьет и в берег, поэтому подальше отойдите от берега. Не разговаривайте во время грозы по мобильному телефону. Даже входящий вызов может стать причиной попадания молнии. Лучше всего полностью выключите телефон, пока гроза не закончится. Также избегайте любых металлических предметов – часы, цепочки, зонтик над головой – это потенциальные цели для попадания молнии. Находясь в лодке, поднимите защитный тент, наденьте сапоги и встаньте на любой электроизолирующий предмет. Накройтесь полиэтиленовым пакетом, чтобы вода стекала за края лодки, а не в лодку. Следите, чтобы пакет не соприкасался с водой. Находясь в лесу, помните, что молния, за исключением полян, никогда не бьет в землю. Деревья являются естественными громоотводами. И чем выше дерево, тем более оно привлекательно для молнии. Поэтому держитесь подальше от самых высоких, а также одиноко растущих деревьев. Самый безопасный вариант – сесть между низкорослыми деревьями с густыми кронами в позиции эмбриона, опустив голову на сомкнутые колени, охватив руками. Во время грозы не ставьте палатку на открытом месте и не сидите у горящего костра. Дым является хорошим проводником электричества. Находясь в горах, спуститесь с возвышенности. Избегайте расщелин и желобов. Во время грозы трещины, заполненные водой, становятся проводником для стекания электричества. Безопаснее остановиться возле вертикального отвеса – пальца, высота которого превышает высоту человека в 5-6 раз, держась от него на расстоянии в 2 метра. Также можно укрыться в пещерах, но не ближе 2 метров от ее стен. Все металлические предметы необходимо собрать в рюкзак и спустить на веревке на 20-30 метров ниже по склону. Находясь в автомобиле, помните, что он хорошо защищает пассажира. Поэтому во время грозы остановите машину, закройте все окна, отключите радиоприемник, мобильный телефон и GPS-навигатор. Не держитесь за металлические предметы. Находясь в доме во время грозы, закройте все двери и окна. Не зажигайте печь или камин. Закройте дымоход. Выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический заряд. Выключите все электроприборы, радиоприемники, телевизоры, а также отключите антенны. Избегайте находиться вблизи окна или на чердаке, а также рядом с массивными металлическими предметами. Даже в штормовую погоду, сохраняя состояние покоя, зная правила поведения, можно избежать последствий стихии. Подробнее о том, что делать, если вы попали в штормовую погоду, и о том, как помочь другим, читайте на сайте geocentra.info. О климатических событиях в мире, решении климатических проблем читайте также на сайте allatradefensescience.org и в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.